можно? Вот на секунду. Делаем поздравления от красивых девушек парням, как нужно нам себя вести 8 марта. Дорогие мальчики, парни, мужчины, и на 8 марта любите своих девушек. Ухаживайте за своими любимыми дамами, делайте сюрпризы. Любите, дарите подарки. Да-да. Сделайте этот день для нас незабываемым. 8 марта парни должны быть вежливые, заботливые, любящие. Нужно вести себя очень мило, заботливо, уважительно. Дарить больше подарков. Сделать красивый сюрприз. 8 марта мы хотели бы больше внимания, любви, ласки и заботы. Мальчики, сделайте наш праздник красивым. Можно приготовить вкусный ужин, можно сходить куда-нибудь отдохнуть. Я вообще пожелаю мужчинам, чтобы все обязанности домашние взяли мужчины на себя. Ну, в общем, стараться быть особенными. Чтобы элементарно подарили цветы. И цветы. Дарите много цветов. Цветы? Цветы, любовь и улыбки. Дорогие парни, 8 марта. У женщин должен начинаться с букета алых роз. Делайте так, чтобы нам все понравилось. Не только 8 марта, каждый день, чтобы было, чтобы вы нас радовали, всегда любили нас и были любимыми. Чтобы мужчины делали все абсолютно для женщин. И они сидели, развлекались, наслаждались жизнью. Сделайте так, чтобы 8 марта стал по-настоящему особенным днем. Как нужно парням вести себя на 8 марта? Быть самим собой. И, конечно же, не косячить. Ой, я даже не знаю. Просто любите нас. Любите нас. Парни, любите нас. Вы такие замечательные. Да. Любите нас по-прежнему. И пуще прежнего. И, как говорится, вы всегда говорите там, женщина молчит, вы день 8 марта, крепитесь, мужики, день настал.